Одно из величайших произведений Вольфганга Амадея Моцарта «Реквием» прозвучало на сцене Ленинского мемориала. Концерт открыл первый фестиваль музыки «Осенние гастроли». «Реквием» исполнили Московский государственный академический камерный хор и Ульяновский государственный академический оркестр губернаторский. Нашему оркестру Ульяновскому в этом фестивале выпала честь, и мы выступаем в трех концертах. Первый концерт – это концерт сегодня, концерт открытия. Второй концерт – это концерт, который состоится в воскресенье 4 числа. Мы там будем исполнять программу, посвященную Гершвину. Вот. Ну и завершать фестиваль будет премьера оперы «Богема Пучини» совместно с музыкантами из оперного театра Станиславского Немировича Данченко из Москвы. Виртуозная вокальная техника, безупречный вкус, стилистическая точность с первых же концертов сделали хор Минина национальным достоянием страны. Его создателю Владимиру Николаевичу Минину в следующем году исполняется 90 лет. О своих планах на будущее маэстро ответил кратко и просто. Вы знаете, так как каждый день просыпаюсь, благодаришь Бога за то, что тебе подарил еще один день, то я думаю, что, не загадывая особенно вдаль, во-первых, надо дожить до этой даты сначала, это первое, как минимум. Ну, а как максимум закончить, по крайней мере, концертный сезон к июлю, а там дальше будет видно. Концерт проходил в рамках программы «Всероссийские филармонические сезоны» при поддержке Министерства культуры Российской Федерации. Ирина Антонова, новости Ульяновской правды.